Добрый вечер. Решил продолжить формат загадок. Предлагаю вашему вниманию реализацию вот такого трехзонного регулятора, у которого есть красная зона, синяя зона и рабочая зона. И имеется два пороговых значения, верхний и нижний. Верхнее значение можно менять. Нижнее значение можно менять порога. И, соответственно, естественно, сейчас в качестве задатчика я меняю положение значения рабочей зоны. То есть это текущее значение, которое отображается на индикаторе. В случае превышения она, рабочая зона мигает красным. И в случае, если значение будет ниже нижнего порога, она будет мигать синим цветом. В середине, в рабочей зоне, индикатор отображается, значение в виде движочка показывается, но ничего не мигает. Вот такое, такая загадка. Значит, конкурс немножко, условия изменились. Значит, комментариев под видео моих не будет. И видео, и ответ принимается только в присланных вами в виде видео. Чтобы ответы были у вас видеофайлом. Кто первый правильно ответит, тому и будет приз. Приз 2, ключ от 6 версии и промокод от 7 версии. Ну и еще вот посмотрите, как можно сделать кнопочку. Вот тоже с изменяемым цветом. Естественно, цвета в этом индикаторе можно менять на любые, какие вам нравятся. Ну вот таким вот образом. Жду ваших видео-ответов. Кто первый пришлет, тот будет победитель.